парик, пиво, борода, халат. Знаешь, это не халат, это шуба. О деталях новогоднего гардероба он знает практически все. Сначала красные шаровары, затем шуба, борода, парик и шапка. Известный силач и шоумен Вячеслав Максюта уже 8 лет организует поздравления для детей. Услуга платная. По словам Вячеслава, всегда находятся те, кто пытается сэкономить. Есть, конечно, категория людей, которая немного пытается на этом празднике сэкономить. Ну, может быть, для того, чтобы более украсть себе стол. А все-таки есть люди, которым в первую очередь, возможно, важно поздравление Деда Мороза своего ребенка. В этом году резкого снижения количества заказов нет. Все предновогодние даты забиты. Не жалуются на отсутствие клиентов и в ресторанах. Хотя отмечают, в этом году народ гуляет скромнее. Кафе на спецобслуживание не закрывают. На саму новогоднюю ночь бронируют столы неохотно. Да и средний чек заметно уменьшился. Мы видим, да, что действительно народ экономит. Даже на корпоративные, то есть какие-то гуляния, свои мероприятия, да, то есть сокращение бюджета все-таки мы видим, да, приблизительно, то есть, допустим, 2000 на человека и 1500 на человека, то есть сейчас люди, гости больше ориентируются на 1500 на человека. По словам аналитиков, в этом году каждая десятая компания в стране и вовсе отказывается от корпоратива, а каждая третья сокращает бюджет. В основном за счет смены места проведения банкета на менее дорогое. Организаторы торжеств отмечают, если корпоратив организуют сами сотрудники, а не начальство, то он получается более шикарным. Когда корпоратив организуют сами работники, то есть сами там делят общий чек на там 50 человек и скидывают всю эту сумму, тогда там и появляются и артисты, и различного рода фото, видео и так далее. Полный отказ или скромность на корпоративе пропагандируют госслужащие и депутаты. Многие связывают это с осуждением избирателей. Там, конечно, разные годы, разные были подходы. Были, когда мы вместе собирались где-то на выезде, отмечали. Что касается этого года, ну, никаких корпоративов, конечно, не предвидится. Есть график работы, будет общее поздравление. И мы направимся в свои округа. Видят эксперты и другую тенденцию. По данным аналитиков, чем дальше от столицы, тем богаче корпоратив. На праздники в регионах не скупятся. Денис Титаренко, Роман Шильдяев, Саратов 24.